Спонсор астропрогноза – компания РТА Телеком. Овен. Благоприятный день. Причем не только для вас, но и для ваших друзей и союзников. Вы много полезного сделаете для тех, кто вас поддерживает. Не откажете в помощи, если она потребуется. Будет возможность укрепить деловые и дружеские связи. Телец. Дел окажется больше, чем вы ожидали, и придется значительно скорректировать планы, чтобы успеть все. Ваша помощь может потребоваться старым знакомым. Вечер стоит посвятить общению с близкими. Полезно будет обсудить планы на будущее. Близнецы. День принесет много неожиданностей и сюрпризов. Нужно будет быстро учиться новому, в том числе и на собственных ошибках. Мелкие неприятности не испортят вам настроение. Вечер обещает интересные знакомства и приятные встречи. Рак. В начале дня вероятны разногласия. Напряженно могут складываться отношения даже с теми, кого вы прежде хорошо понимали. Многое будет зависеть от того, какую линию поведения вы выберете. Стоит запастись терпением и не говорить лишнего. Лев. Сегодня нежелательно рисковать деньгами, заключать сомнительные сделки. Вряд ли удастся быстро разбогатеть. Не стоит доверять тем, кто обещает именно это. Для кардинальных перемен в любой сфере жизни это не самый благоприятный день. Дева. Этот день подходит для занятий, позволяющих отвлечься от рутины, внести в свою жизнь что-то новое. Трудно добиться успеха в делах. Союзники, на которых вы привыкли рассчитывать, могут подвести, но вы найдете способ изменить ситуацию к лучшему. Весы. Первая половина дня очень благоприятна и для деловых переговоров, и для обсуждения важных вопросов личного характера. Не исключено, что вам предложат поддержку те, от кого многое зависит. Подумайте, чем вы сможете за нее отблагодарить. Скорпион. День начнется очень удачно. Будет возможность воплотить в жизнь то, что вы давно задумали, осуществить смелый план, в который никто, кроме вас, не верил. Но этим дело не ограничится. Дальше влияние позитивных тенденций будет усиливаться. Стрелец. Не всегда удается сосредоточиться на том, что кажется важным именно вам. Ошибкой будет ориентироваться на чужое мнение. Старайтесь не допускать конфликтов и любые обсуждения вести максимально конструктивно. Лучше не давать поводов для слухов. Козерог. Благоприятный день. Происходит много вдохновляющих событий. Вы не сомневаетесь в успехе самых смелых своих начинаний и правильно делаете. Возможны удачные совпадения, которые позволят вам быстро справиться с важным делом. Водолей. Мелкие неудачи возможны, но они не огорчат, не разочаруют и даже покажутся забавными. Вероятны поездки, в том числе незапланированные. Они порадуют и подарят много новых впечатлений. К тому же позволят завязать интересные знакомства. Рыбы. Начало дня будет беспокойным и неровным. Выручает чувство юмора. Благодаря ему вы не паникуете, а настраиваетесь на позитивный лад. Вторая половина дня обещает быть очень плодотворной и интересной. Вы сможете узнать что-то полезное. Запускаю протокол XXL. Нужна больше скорость, выше температура. Подключай центр обслуживания. Добрый день, РТА Телеком. Мы готовы к большим скоростям. Тариф XXL. Это интернет до 300 мегабит в секунду и гигабитный Wi-Fi роутер в пользование за 700 рублей в месяц. 8 800 550 90 27. Предложение действительно на момент выхода рекламы.